Мы надеемся взять 3 очка, потому что у нас еще не потеряна возможность играть в Еврокубках. Вот, поэтому все в наших руках. Главное не потерять очки. Вот, я верю в своих парней. Верю в то, что игра не будет грубой. Вот. И мы одолеем их в честной борьбе. Спасибо. Надеюсь, выиграем эту игру. Состав очень хороший. Уже немного сыгрались. Прошлую игру выиграли 4-0. Надеюсь, выиграем. Спасибо. Just for me to come. I know you make mistakes, yeah, but I hope someday you have it all. Cause I feel like a prisoner trapped inside this broken world. Well, I'm playing the victim again, running in circles.
проиграли 3-1. На самом деле не повезло. Просто и все. Так играли нормально. Какие-то моменты не реализовали стопудово. 100%. Должны были. Поэтому, наверное, и проиграли. А так всем довольны. Все. Спасибо, удачи вам. Игра была очень тяжелая, на самом деле. Я честно, я не ожидал. Вот. Несмотря на то, что Андерлехт первую игру проиграли 14-0, а Аяксу, вот, следующая у них игра была с Твенте, видно, парни недооценили, 3-0 летели. Вот, это меня просто насторожило, я как мог постарался настроить пацанов на то, что с Андерлехтом легко не будет, в принципе, так и оказалось. Безумно тяжело было первый тайм, забили первые, потом нам ответили забитым голом, гол на самом деле не спорный такой был, но усмотрение судьи, мне кажется, это все-таки было с нарушением. Вот, у нас вратарь мужественно продолжил игру, за это ему спасибо. Вот, во втором тайме была также продолжалась тяжелая игра при ничейном результате. В конце концов мы все-таки вышли вперед, и видно, парни все-таки немножко надломились. Вот, и концовочку мы добили соперника. Вот, я бы хотел поблагодарить, во-первых, соперника. Вот, очень сильные ребята. Вот, мне очень понравилось с ними играть. Действительно достойно. Я надеюсь, в следующем сезоне они будут участвовать и еще скажут свое веское слово. И очень хотелось бы поблагодарить своих парней. Я действительно горжусь тем, что являюсь капитаном своей команды. Ребята, которые отдаются всему себя, отдают просто на поле. Вот, это, ну, мы потихоньку сплочаемся как коллектив, мы становимся действительно сильной и боеспособной единицей. Вот, я бы за это благодарен. Также я хотел бы посвятить победу нашему травмированному в прошлом матче игроку. Это Сережа Чи. Вот. Да, это он. Помаши ручкой, Сережа. Это я. Скажи свою коронную. Ну, я хочу сказать, хочу поблагодарить команду «Стандарт», «Денхак», которая помогает мне морально, поддерживает меня, а также и финансово. То, что там, ну да, поломался на той игре, так случайно все получилось. Хватит плакать. Вот, спасибо ребятам, поддержка. Это для меня еще очень важно. А так, АЗ машина, что еще могу сказать? Спасибо. Это не балет.